Для удобства вот так батарею приложим. И теперь мне нужно найти вот эту вот ось. То есть вот здесь получается угол 90 градусов. И вот здесь я и сделаю черточку. Вот так. Чтобы здесь зазора не было. А угол был 90 градусов. Карандашом я... Вроде бы все четко. Ну и все. Здесь черточку сделал. Теперь можно сделать и с другой стороны. Вроде бы все получилось хорошо. Смотрю, чтобы получилось ровно. Делаю отметку. Я вот здесь сделаю. Убрал эту батарею. Теперь мне нужно здесь то же самое найти. Вроде бы все одинаково. Теперь вот эти черточки нужно перенести на другую сторону. Ногой подтянул, здесь придерживаю, прям прижал посильнее. Теперь можно приотпустить и сделать вот эту черточку. То есть я до черты и здесь делаю черту. Более-менее.
потихонечку, помаленечку. И вот у меня черта есть, я вижу. Ну, вроде бы и все. Теперь вот от этой черты мне нужно взять размер. То есть вот здесь я буду делать вот это вот крепление. Вот это крепление. То есть я беру от этого размера. Беру 16 сантиметров. Вот 16 сантиметров. Все. Сделал черточку. Теперь, смотрю, там тоже. Тоже 16 сантиметров. Тоже делаю черточку. Вот 16 сантиметров. Так, можно сделать проверку. 47. 40. Ага, не получилось. Значит, вот так возьму. 48,5. Странность. 48,5. Вот смотрите, как получается. Не знаю, почему так получилось. А получилось что-то не... Тут 14,5. Не пойму, в чем дело. 80,5. А, вот. И играет. Как так получилось? Я же сделал черточки. Не знаю, где правда, где неправда. Вот так идет. Это к этому идет. Я же подставлял, не знаю. Подставлял. Черточку здесь сделал. И здесь сделал. Как так получилось, что размеры плавают туда-сюда? Не понимаю. Еще раз проверю для себя. Просто интересно. Да, размер. Четко. Удивительно. Делаю поверху. А расстояние тут прыгает. Вон она как. То есть я раскидываю здесь расстояние и делаю. Все понятно. Вот так. И теперь черту делаю по месту. То есть вот это неправильно. И здесь делаю по месту. Вот как надо делать. Одну батарею установил, вторую батарею. Но размеры брал от первой батареи. Кое-как ее туда запихал. И здесь у меня есть вот этот размер. Вот она, черточка. Для того, чтобы сделать отверстие под анкер. Вот я на этот анкер батарею навесил. Она теперь болтается. И теперь вот эти размеры я беру. Это будет 9 сантиметров. То есть 9 сантиметров. И здесь вот такой зазор получился. Все, повесил. Вторую стал вывешивать, а тут вот эти все анкера разные. Вот первый раз столкнулся, чтобы мне здесь найти вот эту черточку, которую я вам показывал, и там то же самое. Вот эти анкера, они разные. Посмотрите, вот это вот не пара. Вот она, вот видите, то есть размер гуляет. И теперь мне нужно найти пару. Найду ли я пару или нет, ну придется мне тут, конечно, крутиться, вертеться. Вот смотрите, тут... Вот так получается. И вот найти мне. Здесь вот так получается. Вот смотрите. Все было в упаковке, а все по-разному. Вот мне надо найти. Ну, наверное, я... Вот эти вот две. А, вот она, пара. Вот четко. Хотя они разные. Нет, одинаковые. Точно, пара. Все, ее беру. Теперь, чтобы не ошибиться, не брать те размеры на этой батарее, я тут буду по новой все устанавливать. То есть у меня анкер будет устанавливаться вот таким вот образом. То есть я вот так. Здесь беру 90 градусов. И
Вот у меня 90 градусов, чтобы здесь зазор, зазора не было. То есть приложу 90 градусов и здесь вот делаю черточку. Сделав вот эту вот черту, я ее перенес вот сюда. То есть я уже показывал, как я это делаю. Теперь мне нужно вот этот размер перенести на другую сторону. То есть это будет 5,5. То есть я там беру теперь 5,5. Вроде бы похоже. То есть вот этот вот низ, это и будет. Вот так, 5,5. Теперь черту перенес сюда и пошел вот на это окно. Теперь там 9 сантиметров. Вот так получается. Я там брал 9 сантиметров. Беру от низа подоконника и 9 сантиметров. От низа подоконника 9 сантиметров. Вот я сделал две черточки. Беру уровень, прикладываю к этим черточкам и проверяю. Значит, подоконник врет. Не, в принципе, нормально, все отлично. Вот делаю вот эту вот черту 9 сантиметров. И теперь мне не ошибиться, потому что там свои анкера, здесь будут уже свои анкера. И чтобы мне не ошибиться, вот, смотри, здесь вода какая-то. Вот чтобы не ошибиться, я делаю проверку. Так, все нормально. И вот эту вот проверку мне нужно взять, сделать. То есть я беру вот так. И смотрю здесь. Ну, фактически одинаковый размер. Все, по этой черте я и буду делать размеры под анкера. То есть, вот смотрите, как получается. Конечно, можно и такие тяжелые предметы не поднимать, чтобы делать какие-либо размеры. Вот получилось 33 сантиметра. Я приблизительно беру здесь 16,5. Так я оставляю. Вот теперь по месту беру. Нашел я крестик и посередине сейчас буду закручивать. Хозяин, смотри, смотрите, сейчас буду вертеть. Здесь хорошо получилось, просто идеально. Тут какая-то доска. Тут, наверное, какой-то саморез. Вот я попал четко-четко на саморез. И такое бывает. Вот что-то нужно делать. Нужно хозяина попросить, чтобы он мне дал сверло по металлу. Ёлки-палки, затупил что ли? Наверное. Сейчас мне хозяин принесет.
четко, он прям видно металл. Туда как-то свободно вошел. Вот смотрите, спокойно зашел. Не пойму я даже ничего. Меньше диаметром получились. Вот которые здесь были, они стали меньше диаметром. Вот десятка, вы представляете? Ёлки-палки. Надо. Но мы привезли. Вот смотрите, на 120. Хорошие такие длинные. И теперь мне, конечно, нужно туда полностью. На улицу ли я не выйду? Вот так нужно мне просверлить. Вот на этот случай вот такие вот, смотрите, мы купили анкера, просто длинные. Вот таким вот образом мы выкрутились. Куда я взял кронштейны, дел не могу кронштейны найти теперь. Это не то, скорее всего, вот эти вот они лежат. Да, это пара. Он туда залез весь. Ёлки-палки. Какой облом получился. Надо его срезать. Вот видите, всякое бывает на работе. Мне самое главное, чтобы он закрутился. Он только закручивается. Только вот здесь закручивается. Это придется мне вытаскивать. Как его теперь вытащить? Не знаю. О, хорошо. Теперь я срежу. Вот это вот место срежу. И мне кажется, будет все отлично. Да? Уже еще. Все буду срезать вот таким вот образом. Вот видите, как получается. Теперь диаметр совсем другой и какой-то коротыш. Конечно, такой коротыш не пойдет. Вот этот пойдет, но нужно его срезать. Вот я его вообще вытащу. И срежу на месте. Не получается, буду срезать. Подсоединил все батареи, по новой все переделал. Подсоединение вот этих вот кранов к тройнику. Тройники новые, краны остались. Вот так все подсоединил. Здесь все, запустил. Всю систему, воду подавал таким вот образом, закрыл, вода пошла, там воздух, открыл только одну батарею с одной стороны, один кран только открыл, этот кран не открывал, вода заходила по трубе, заходила и вышел воздух. Вот эти все краны были закрыты, потом каждая батарея подходил, один кран открывал воздух, то есть открывал здесь. Воздух выходил, и батарея заполнялась водой. Потом открывал второй кран. И так, следующий подходил. Один кран открыл, здесь тоже открыл. Воздух выходил, система заполнялась